Контрольно-счетная палата Ярославля обнародовала результаты деятельности муниципального предприятия «Городской парк культуры и отдыха» в 2013 году. Это был бурный период, когда горожанам обещали многое, включая иранские карусели и уникальные аттракционы. Однако реальность оказалась иной. Инициаторами проверки выступили депутаты муниципалитета. Директором горпарка тогда был Тарас Буряк. Судя по бухгалтерской отчетности, его деятельность обернулась полным финансовым провалом. Прежде прибыльный горпарк закончил 2013 год с убытком более 2 миллионов рублей. По материалам проверки, в нарушении закона, без согласования с КУМИ, Тарас Буряк распоряжался имуществом горпарка, предоставляя его для ведения коммерции другим бизнесменам. В итоге, по данным аудита, у горпарка упала выручка от предоставления услуг и товаров от работы кафе. Несколько ярославских аттракционов по договорам аренды временно были отправлены в Москву. Аудиторы пришли к выводу, что условия заключенных договоров оказались невыгодными для Ярославля. Горпарк нес все затраты, а большая часть прибыли уходила другим предпринимателям. Результаты проведенной счетной палатой проверки направлены в прокуратуру и руководство города. О деятельности тогдашнего директора горпарка пострадали и рядовые работники. Проверен вопрос, и который интересовал депутатов. Буряком в январе месяце были изданы приказы по нескольким паркам города освободить работников там на определенные сроки с целью экономии якобы для предприятия. Хотя уже в конце 2013 года уже было видно, что предприятиям все равно был допущен значительный убыток. Необходимости направлять работников вынужденный простой, по нашему мнению, не было, потому что это не дало никакого экономического эффекта.